Ученик 10 класса школы номер 11 Ибрагим Махмудали активно увлекается спортом. Молодой человек уже 4 года посещает секцию борьбы. Но главной мечтой школьника является авиация. Любовь к небу подростку привил отец, который в свое время не смог осуществить мечту стать летчиком. Моя мечта была с самого начала стать летчиком. Также это была мечта моего отца. И меня записал сам отец. Решил, что я стал летчиком. Но я узнаю насчет истории авиации, о наших героях. У нас есть физподготовка, она нас готовит к будущему отбору для поступления. Каждое воскресенье у нас проводится физподготовка. Это, получается, все нормы для поступления в этот вуз. В будущем я собираюсь стать летчиком гражданской авиации. Как уже упоминалось, основы обучения юных летчиков составляют военно-патриотическое воспитание, любовь к авиации. Здесь готовят будущих защитников Родины. Акцент делается также на истории, подвигах знаменитых казахстанцев. Во время визита нашей съемочной группы ребята также изучали конституцию страны. Мы проходим основной закон страны, это конституция. Вот, и Ибрагим Сулейменов, это халык каһарманы, снайпер, который проходил службу вместе с Машук Маметовой. Сотой стрелковой бригаде. Мы изучаем дважды Героя Советского Союза Тагат Бигельдинова, который носит имя наш вуз. Изучили Героя Советского Союза Виктора Ивановича Пацаева. Изучаем Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Кошқарбаева, первого министра обороны Сағдат Нұрмағамбетова. Всех их биографию и их, какие подвиги они совершили. Все это мы изучаем, потому что это все интересно для молодежи, чтобы они знали. Преподают дисциплины ребятам 6 опытных педагогов Военного института сил воздушной обороны. Они подробно разъясняют азы летной подготовки, интересно и познавательно рассказывают об истории авиации. Для ребят также организуются экскурсии на военный аэродром и в казаэронавигацию. К слову, сейчас в школе юных летчиков обучаются 104 курсанта. У нас приходят ребята с 9 класса. Обучение у нас бесплатное, вот. Неделю 3 раза обучение целенаправленное, готовим ребят вот, для поступления не только в летный Актюбинский высший военный институт, но и они поступают еще в Академию гражданской авиации, в российские вузы поступают. За 55 лет образования школы более 1500 выпускников школы выпустилось. Летчик-космонавт Ланчуков, вот, генерал-майор авиации, герой России, вот, и Вячеслав Крицкий, тоже летчик-испытатель, полковник, они актюбинцы, они заканчивали эту школу, школу юных летчиков в свое время. Отметим, что школе юных летчиков спонсоры подарили специальный тренажер. Таким образом, ребята также практикуются в аэродинамике, самолетовождении, изучают авиационную технику, радиоэлектронное оборудование, метеорологию и ряд других дисциплин. После окончания школы получают специальный сертификат. Таким образом, с юных лет школьники получают самую полную информацию о самолетах, а в перспективе становятся самыми настоящими покорителями неба. Благо, первоначальная база летной подготовки у них уже имеется. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актобе.